Вот уже почти неделю в украинских СМИ и на страничках местных групп в социальных сетях гуляет фейк о якобы случившейся недавно утечке аммиака. То ли в Харцизске из каких-то железнодорожных цистерн подтекало, то ли непосредственно на Горловском стироле что-то пролилось. В руководстве республики информацию опровергли, пояснив, что это фейк. Просто очередная провокация со стороны спецслужб Украины. Информация о якобы имевшей место утечке аммиака не подтвердилась ни в Харцизске, ни в Горловке. Не подтвердила заявление Украины об утечке аммиака на стироле и миссия ОБСЕ. Власти ДНР уверяют, что здоровью и жизни граждан республики ничего не угрожает. Распространяя эту лживую информацию, Киев предпринимает очередную попытку дестабилизировать ситуацию в республике, уверены в правительстве ДНР.